В спортивном комплексе «Снежный» завершилась городская спартакиада среди мужских команд. Последним видом стало перетягивание каната. Подробности в следующем репортаже Анастасии Шиховцовой. Перетягивание каната – командная игра, где для победы необходимо дважды перетянуть канат на свою сторону. Такой вид спорта стал для команд последним испытанием в зачет спартакиады. В состязании участвовали 4 команды – Ямал, Юность, Заполярье и 5 ПСО. Перед началом судья объяснил правила. Будет команда, внимание, и тяни. Первая схватка и эмоции участников стали началом нешуточной битвы. Поддерживали свою команду и запасные участники. Напомним, что важным моментом в данном виде спорта является вес. И заменить человека можно только один раз. Почти час мужские команды пытались доказать, кто из них достоин звания победителей. Итоги огласил Андрей Шпачинский. Вы показали мастерство, показали уровень подготовки, показали борьбу. Борьба была действительно равная, да, то есть вот за первое-второе место счет был 2-1. Поэтому поаплодируем друг другу. Третье место у команды «Ямал», второе место заняла команда 5 ПСО. Победителями соревнований стала команда «Заполярье». Их подготовка к состязанию длилась недолго, ведь прошлый опыт помог участникам в достижении высоких результатов. Второй год подряд мы становимся первыми. Уже тактика была выработана еще в прошлые соревнования, состав участников почти тот же, так что долго объяснять не пришлось. Но в этом году было потяжелее, хотя меньше команд. Как отметил судья соревнований, через несколько дней в комиссии уже будет решаться вопрос о том, какой будет спартакиада 2021 года. Этот год, несмотря на пандемию, для спортсменов стал толчком не только в развитии над собой, но и в завоевании наград. Анастасия Шиховцова, Николай Снегирь, программа «Время местное».